всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и мой сын Ярик, как всегда, отличное настроение, и сегодня мы играем в Roblox, режим у нас называется Rockstar Pizzeria. Ярик, поздоровайся. Всем привет. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита. Ну что, Ярик, пошли изучать и ой, что-то я лег. Ну, вставай, пошли. Так, Ярик, какой тебе аниматроник больше всех нравится здесь? Нет. Есть какой-то у тебя самый любимый? Нету. Вообще никакого? Тебе не нравится никакой аниматроник? Может, есть какой-то любимый? Ребята, напишите в комментариях, какой у вас самый любимый аниматроник? Мой любимый аниматроник это... Я буду Я не знаю, у меня тоже все... Я просто и того люблю, и... Во, Лефти, есть. Вот и взял себе. Я просто ник не вижу, когда берут аниматроников, не вижу. Я взял себе вот этого вот челика. Все, понял. Это у нас получается... Божьи Бравендво. Как-то странно. Ксюха тут гасает и тоже всем привет передает. Ярик, я нажимаю на синий кубик здесь. Ты за мной идешь? Да. Давай, я иду. Чпоньк. Воу, я эту пиццерию не видел. Чётенько. И называется ролеплей, значит, надо отыгрывать роли. Где охранники? Надо было мне Ярика охранника взять. Сейчас мы посмотрим, я потом охранника возьму. О, здесь красиво. Здесь прям колпаки стоят. Только тортиков нету, обычно пиццерию ложат. Ой, пиццу или тортики. Бонни как здесь ходит. Говорил, здесь так красиво. О, Ярик, привет. Привет. Давно не виделись. Подписчики с нами ходят, позаходили, то сервер был пустой вообще. Все разорались. Так, надо закрыть. Как закрыть? Ярик, как тестовый чат закрыть? Что-то я забыл. Нажать просто там три точечки и типа чат такой. Слева вверху. Три полоски и правее там. Все, получилось. Как-то странно, на Escape только выходится. Так, телефон. Что у нас телефон может? А ничего нельзя? Вот здесь. Это FNAF 2, Ярик, да? Ты говорил FNAF 1. Да. А, FNAF 2, да. Это можно открыть? Нельзя открыть. Ты что, охранник? Нет еще. Ну, сейчас буду. Ярик, я иду убирать себе, короче, скин охранника. Сейчас буду охранять пиццерию. Я могу бегать? А, здесь нету бега. Ну ладно, так пройдемся. Ярик, а где здесь выход с пиццерии? Ты не знаешь? О, марионетка. Марионетки нету. Ладно, давайте сбросимся, так будет быстрее. Чпоньк. А тут нету выхода. Так, охранник. Ярик, а тут нету охранника. Ты забудешь обычным скином, как ты есть. Так, сейчас. Я тогда возьму какого-то классного аниматроника. Даже не знаю, мне да все нравится. Да будь таким, как ты есть. Не-не-не, лысый чувак. Я не хочу быть лысым чуваком. А что, лысый охранник? О, Ярик, ты тоже тпхнулся? Тогда буду отыгрывать роль аниматроника. А я охранник. Лысый. Хорошо, охранник. Давай. Иди, Ярик, будешь охранником, я сейчас буду на тебя нападать. Сейчас иду, почти пришел. Угадаешь, ну кого почти... я возьму? Надо такого взять, которого ты не знаешь, а кого-то... О, вот это он точно не знает. Я иду. Иду. В пиццерию захожу. Ты на рабочем месте или еще не дошел? Дошел, я иду, Ярик. О, у меня тут друг присоединился, выглядывай тут. Я буду, Ярик, сейчас брать разных аниматроников, а ты будешь угадывать, кто к тебе приходит. Будем в такую игру играть, хорошо? Угу. Хорошо, я иду. Это ты там будешь? Нет, это не я. Оп, я пришел к тебе. Так это ты разноцветный Бонни. Вот это, ну. И кто это я? Не знаю, нет такого. Я тоже не знаю, кто это. Какой-то зеленый аниматроник. Какие-то как крокодил, что ли, какой-то. Ладно, Ярик, я сейчас возьму, которого ты точно знаешь. Все, я иду к тебе. Кстати, мы ни разу так, Ярик, не играли, что я к тебе прихожу, а ты угадаешь, кто к тебе идет. Ярик, угадай. Фредди. Нет. Я специально взял такую черту, чтобы ты узнал, кто это точно. Фокси. Фокси есть, угадал. Дальше. Фокси провалился под землю. Я умер. Хорошо. Беру тогда вот такого аниматроника. Сначала легкий берем, будем сложнее, потом усложнять тебе всю ситуацию. Так, Риф иду к Фокси тебе. Фокси 2018. А где ты? Знаешь, такой прикол? Риф Фокси 2018. Кто это, Ярик? Чика. Чика, хорошо, это было очень просто, тебя будет сложнее.
Так, если давай поедайся. Если возьмёшь какой-то крокозябр, пусть только говорит, а я кажу крокозябр и буду крокодить. Сейчас, крокодиль, да, будешь? Я спрятался. Так, а чё имена не подписаны? Тут имена не подписаны на аниматрониках, я даже не знаю, как их назвать, вот некоторых. Вот я не знаю свинку эту. Я знаю, что это на всем, но вот кто это, я не знаю. Я знаю всех аниматроников. Да? Хорошо, я иду к тебе, сейчас угадаешь. Так, иду. Ты Shadow Freddy? Нет. Где ты, Ярик, я тебя не вижу. Фредди фиолетовый. Нет. Да я не знаю, там нет названия, я не помню, как он называется. Ребята, если вы знаете, напишите Shadow в комментариях. Фредди он называется, это фиолетовый Фредди. Ну я розовый какой-то, как свинья, что ли. Ну ты Shadow Фредди. Видишь, у меня Shadow нос какой? Фредди. Как у свиньи. Это Shadow Фредди. Shadow Фредди, хорошо, другого берем. Реально на свинью похож, еще и две ноздри сделали. Хорошо, хорошо, возьмем тебе усложнение ситуацию. Во, вот этого он точно не знает. Ярик, я иду к тебе. Ну, давай. Так, я приближаюсь. Где ты? Ты этот, Фантайм Фредди из мини-игры. Из кого? Из мини-игры, ты Фредди обычный, из мини-игры. А как ты всех знаешь так? Потому что все знают. Так я тебя не вижу, как ты меня видишь? А я в сральнике сижу. Камера выглядываю. Не, Ярик, не в сральнике, а в туалете. В туалете. Так не надо говорить. А, вот ты. Так тут нет туалета, ты что, в угол что ли делаешь? Да. Странно. Так, хорошо, я беру еще. Ты Фантайм или обычный Фредди, короче, который из мини-игры? Не, Фантайм Фредди, скорее всего, из мини-игры. Окей. Так, Ярик, я иду к тебе. Кто я? Я тебя пока что не вижу. А я тебя тоже не вижу, а где ты? Я перепрятался в другом месте. Я тебя сейчас найду, вот тут здесь. Ты в вентиляции, кажется. А, ты уже в вентиляции аж. А где ты? А ты где? А, вон ты стоишь. А, это, мне же, это свет. А, он не работает. Работает. Четко все. А ты в пиццерии, Ярик, или где? Да. Чуть не вижу. Я просто шел в офис. Во, ты это, ты лефти. Ладно, я хотел спиной к тебе подойти, чтобы ты угадывал других, а ты меня увидел спереди. Ну ладно, хорошо, давай другого возьму. Я возьму... Вот, это такой очень странный аниматроник, только он его угадал. Вот. Отлично. Там вот не написано. Ребята, кто знает, как зовут, напишите в комментариях. Ярик, где ты? Не знаю. А ты узнай. Ярик, кто я? Я этого аниматроника не знаю, крокозябра. Я тоже не знаю, кто это. Я посмотрел, желтая шляпа, красная морда, зеленые глаза и желтый бантик, зеленые перчатки. Кто это? Синие штаны. Такого еще нету. Ярик, беру самого сложного. И сейчас ты не угадаешь, значит Golden ты Freddy. Точно не знаешь. Голден Фредди. Какой Голден Фредди? То не я иду. Я сейчас только захожу в пиццерию. О, подписчики позаходили. Ярик, кто я? Крокожук. Этого аниматроника. Крокодил, что ли? Да, крокодил, Гена. Крокоаниматроник. Ей, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рыбу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.